Да, вопрос именно, и мы об этом уже говорили, о статусе того коридора или той дороги, которая будет, не о самой. Вот мы об этом уже говорили. Алиев хочет, чтобы поставить на один уровень Лачинский коридор, так называемый Зангезурский коридор, да, который неприемлемо, они совсем имеют другие, скажем, исходные данные. Ну, хорошо, что это понимает Пашинян, но мы надеемся, что все-таки если он будет держать такую линию, наши потери будут минимальными. А что он ожидал от Алиева? Мне непонятно. Я сам неоднократно участвовал в переговорах в основном с турками и знаю, как они могут улыбаться, а потом просто подтасовать документы. Я неоднократно ловил их на этом. А что? И поэтому я не поддерживаю вот эту инициативу, когда Пашинян хочет напрямую выйти на переговоры с Турцией или через российское посредничество. Это очень опасно для Армении, потому что, скажем, в этой ситуации Армения в проигрышном положении находится. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.